Доброго времени суток, дамы и господа. Ну что, четвертая неделя? Четвертая, третья, по-моему, третья, да? Я уже прыгнул на четвертую неделю. Мистерио. Довольно-таки старый чемпион. Я думаю, олдовые игроки вспомнят его в шестом акте. И когда не было подходящих чемпионов, на то время это был единственный чемпион, это Леший. Но так как Леший был не у всех, ребята его закидывали. Это было около 1000-1500 ударов. Ну, кто кем бил, конечно. Я не могу вам выделить топ-3, топ-5. Я вам могу, скажем так, посоветовать, порекомендовать разнообразие по чемпионам, чтобы вы смогли как-то поспособствовали прохождению, потому что, ну, задание стоящее, надо вливаться в эту движуху, ничего здесь такого жопосжигающего нету, нужны лишь подходящие чемпионы. И подходящие чемпионы здесь довольно-таки большой пул. Давайте выделим топы, да, все ж любят топы, топ-5, топ-10 и так далее и тому подобное. Поэтому на первом месте у нас мерзость новая, довольно-таки все очень просто, все легко, играем через вторую, первую и тем самым дополнительный урон, отрава, ну, в общем, мерзость — это самый идеальный чемпион на данного персонажа под названием Мистерио. Следующий у нас Леший. Леший — немножечко уже другая боевка, тем самым нужно почаще парировать, играть через тяжелую, ну, то есть, я думаю, прекрасно себе понимаем. Топ-3 я, наверное, выделил бы Клерку, и Клерка бы этот пьедестал, наверное, разделила бы с Вуду, потому что и Клерка, и Вуду, ну, Вуду, наверное, полегче было бы, полегче Вуду играть, но, тем не менее, Клерка и Вуду довольно-таки интересны. Есть еще у нас персонаж под названием Король Грут, но Король Грут я, правда, не так часто встречал на просторах Ютуба, и весь этот топ построен, наверное, по большей части, ну, не наверное, а по большей части благодаря боям пацанов на Ютубе. Чужие видосы я не буду вставлять, так как мы знаем прекрасные страйки, все дела. Но тем не менее, это не взято просто так с теории. Я все прекрасно это видел. Вы также можете, не поленившись, поискать все это на Ютубе. Есть эти бои, посмотреть, как нужно отыгрывать, чтобы его снимать. Следующие у нас варианты. Это у нас Апокалипсис, которого вы, в принципе, видите бой, поэтому, может быть, я буду немножечко забывать про него. Но тем не менее, Апокалипсис это снимать. Кстати, спасибо большое, ведь за бой, это очень, я благодарен за этот материал. Давайте накидаем лайков, потому что, ну, правда, Апок красавчик. И также, если у вас нету таких вот мерзотных чемпионов, которые, точнее, мерзотных чемпионов, которые кидают отраву, вы можете, в принципе, взять дамагеров. Эти дамагеры входят, это у нас Архангел, это у нас Магнит, Гиля 2099, Проксима, Эйгон. Да, Архангела... Я понимаю, что на старте задания были ребята, которые снимали Архангелом, но по большей части Архангелом закидываешь. Я немножечко, я понимаю, что, может, я не так чисто отыгрываю, не такой чистый игрок, но все равно нужно как-то стараться более чище, наверное, и более брать тех чемпионов, которые могут на изи снимать в заход. Поэтому можно придраться, конечно, к Проксиме, Гиле, Кейгану, но тем не менее, если вы не поленитесь и вобьете в Ютубе, то вы увидите, что эти чемпионы, перечисленные ранее, они снимают это в заход. Поэтому, фанаты Архангела, извините, не хочу обидеть, Архангел топчик, но я, в свою очередь, могу сказать, что я не убивал, я все-таки решил его проходить Лешим, пока у меня нету ресурсов, чтобы прокачивать и идти в этот бой. Я не тороплюсь, правда. Вот-вот на днях у нас будет акция, посмотрим, что будет в этой акции. Поэтому и я также вам советую, не забивайте на этот, скажем так, на это лето, то, что придумал Кабам, награды стоящие. В каких-то моментах, да, боссы у нас сложные. Я не буду говорить о том, что вот, вы можете обратиться ко мне. Правда, сейчас что-то как-то этих проходчиков, как говна в колхозе, и как-то уже мерзко предлагать там свои услуги. Поэтому недостаточно тех пацанов, которые ко мне обращаются, за что им большое спасибо, это в какой-то мере та же самая поддержка, я очень благодарен, вроде никак за все время еще не было человека, который мог пожаловаться и сказать, что я как-то ужасно прохожу. В общем, спасибо, кто обращается, спасибо, кто поддерживает, также за лайкушу я буду вам благодарен, список чемпионов вы, в принципе, увидели. Пацаны, убивайте Мистерио, он убиваемый, даже и в 3-4 оживлялки, ничего страшного, поэтому газуйте. Я вас оставляю с этим
этим хорошим, красивым боем. Апокалипсис против Мистерио. Всем спасибо за просмотр, кто поставил лайк. И особенно за комментарии, пацаны. Нужно. Ах, да, единственное, что я прорекламирую, это, наверное, свои стримы. Понедельник, среда, пятница. После 5 я стараюсь запускаться, поэтому подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать стримы. Опять же, все это на стримах мы обсуждаем, все это мы разбираем. И я думаю, что, ну, стримы это все равно поинтереснее, чем видосы, ну, честно. А так, конечно, дело каждого. Все, заговорился. Всем пока.